Во-первых, мы должны понимать, что «ля иляха», когда мы говорим, он «ля иляха илляллах», делается на две части. Первое «ля иляха», нету иляха. Второй «илляллах», кроме Аллаха. «Ля иляха», когда мы говорим, это «нафи», отрицаем. Никакого Бога нету, никакого иляха нету. Когда человек говорит, например, я поклоняюсь Абрахме. Абрахма — это такой бог у индусов. Он дает жизнь, он забирает жизнь, он дает нам риск и так далее. Кто-то говорит, там, я поклоняюсь Будде. Кто-то говорит, я поклоняюсь такому-то пророку. Кто-то говорит, я поклоняюсь такому-то идолу и так далее. Когда говорит верующий мусульманин, ويفقه معنى, тем самым сердцем понимаешь, что такое ла иляха, значит ла маабуд бихак илля Аллах. Нету ничего достойного, чтобы мы поклонялись, кроме Аллаха субхану ва тааля. Некоторые говорят ла иляха, то есть ай ла халик, нету творца, нету создателя, кроме Аллаха. Но это неправильный перевод его. Почему? Потому что во время посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям люди говорили, те самые курайшиты, те самые язычники говорили, то, что «ля халика илля Аллах», нету Творца, кроме Аллаха. Далиль на это в Коране. Всевышний сказал «Уаля ин саальтахум ман халакахум, ла якулун Аллах». Если ты у них спросишь, кто их сотворил, они непременно скажут «Аллах». Также, если спросишь, кто сотворил небеса, землю, они говорили «Аллах», субхану ва тааля говорит «Уаля ин саальтахум ман халака ас-самавати вал-арда, ла якулун Аллах». Если у них спросишь, кто сотворил небеса, землю, они непременно говорили «Аллах». Кто дает риск, они говорили «Аллах». «Уаля ин саальтахум ман наззала мина ас-самаи маа, фа ахья бихи ал-арда мин ба'ди маутиха, ла якулун Аллах». Если спросишь, кто дает с небес дождь, после этого растет почва, они говорили «Аллах». То есть теперь задается вопрос, если они говорили, что наш создатель Аллах, то, что нам дает риск Аллах, то, что оживляет землю Аллах, почву, то, что из небеса землю сотворил Аллах, субхану ва тааля. А творение небес и земли, мы с вами упомянули на прошлой лекции, это более величие, чем творение нас самих. «Ля халку ас-самавати вал-ард акбару мин халки ан-нас». Творение небес и земли – это более величие, чем творение человека, чем творение людей, создание людей. Тогда в чем же у них была проблема? Проблема была в другом. Вот здесь вот вся проблема получается, когда мы говорим «ля иляха», когда мы говорим «нету Бога», имеется в виду, что такое? Не просто, как некоторые переводят, «нету Создателя». Мы понимаем, что даже курайшиты, которые не верили в Аллаха, субхану, язычники, они понимали «ля халика илля Аллах», нету Творца, кроме Аллаха. Другие скажут «ля маабуд илля Аллах», тоже неправильно. Нету тому, кому поклоняется, кроме Аллаха, потому что есть другие боги у других людей, которые они сами обожествили. Кто-то поклоняется, мы, как мы сказали, такому иному идолу. Шейх Сулейман Аль-Джубейлян рассказывал нам во время учебы в Риаде, говорит, я поехал «иля сын», поехал в Китай, и с одним шейхом, шейхом Бин Гуут, с ним поехал вместе. И зашли мы там к одному врачу, очень сильный такой массажист, профессиональный китаец, старый уже. Зашли к нему в массажный кабинет. Пока он делал массаж, у него такой идол стоит. Я дотронулся так. Он «Стоп!» кричит, говорит, «Остановись!» Говорит, «Никто не может трогать моего идола, кроме меня. Это мой Бог. Это лично для меня Бог. Никто, я никому не решаю дотрагиваться». Он говорит, смотри, я просто хотел протереть, тут пыль была на нем. Я сам протеру. Взял, говорит, протер его. Сколько раз ты его чистишь? В неделю один раз чистил. Говорит, субханаллах, а что он сам себя почистить не может, что ли? Говорит, значит, он в тебе нуждается, твой Бог. Не ты в нем нуждаешься, он в тебе нуждается. И ушел. Это то, что называется, кинул человеку, оставил, бывает, такие у нас секунды, минуты, например, в жизни, да, на лифте пока поднимаешься, одну-две шубухат закинул ему, чтобы он, так сомнение, чтобы он наедине подумал и... Потом сам пришел, да, как это так? Или, говорит, тоже, когда в Америку прилетал, пока мне, говорит, делали на паспортном контроле, там, визу делали, там, проверяли, там, все, документы мои давно еще, говорит, в Нью-Йорк прилетели. А, знаете, в Америке очень модно, чтобы у каждого, там, 18 лет исполнилось, чтобы у него была girlfriend, boyfriend, там, подружка. Там, если у тебя подружки нету, значит, ты, как бы, считаешься каким-то отсталым, что ли, человеком. Да, и даже, говорят, да столько шейхи ездили раньше с дауатом в Америку, потому что даже в Россию приехали, говорит, вот girlfriend, он говорит, вот такой вот, есть такой, как бы, такая традиция у американцев, он говорит, у вас подружка называется, говорит, и рассказывает, говорит, один шейх приехал, говорит, в гостиницу, когда заехал, он сказал, говорит, сказал
сказать подушка, ему привели подружку. Он говорит, подушку попросил, привели подружку. Поэтому до того уже это как бы модно стало, вот это, girlfriend, boyfriend. Поэтому здесь, когда я задал вопрос этой девушке, я говорю, кто твой Бог? Ты веришь, God in God, что кто твой? Он говорит, my God, мой Бог, говорит, мой boyfriend. И тогда я задал вопрос, я говорю, смотри, что у тебя на компьютере написано, Made in USA, написано, произведено в Америке. Стер это. И потом, говорит, если, говорит, убрать это, стереть это, говорит, USA, и написать Made in Japan. Говорит, можно так сделать? Говорит, нет, говорит. А если убрать это, говорит, Made in China написать? Говорит, в Китае произведено, не в Америке. Нет, говорит, почему? Ну это обман, говорит, это же американцы сделали, говорит. А тебе кто сотворил? Твой бойфренд? Тебе же Бог сотворил. И ушел, говорит, оставил ее. Поэтому, как бы, тоже такие вещи, субханаллах, иногда рассказывают, говорит, субханаллах. То есть, те самые люди, потом самые другие были уже моменты, когда ему такие вот вещи, да, еще бухают, чтобы он маленько подумал, оставить его наедине, он сам потом возвращается и интересуется. Сам потом возвращается и интересуется. То же самое, как было с Хамзой, радаллаху анху. Хамза, радаллаху анху, принял ислам через женщину, которая у него была, когда он возвращался с охоты, охотился на, на львов, возвращался, и тогда сказала женщина, что Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммада ударил Абу Джахль. Он говорит, моего племянника ударили, хотя он был тогда язычником. И где он, говорит? Он около Каабы находится. Тут же он поскакал туда. И говорит, ты ударил, говорит, Мухаммад, атадрибу Мухаммадан ва ана аля дини. Ты бьешь Мухаммада в тот момент, когда я на его религии. Хамза радаллаху анху сказала, говорит, я не был тогда мусульманин, просто так у меня изо рта как-то это вылетело. Я сам удивился. И ударил его. Тогда курайшиты встали, он говорит, оставьте, я так его поругал, говорит, то, что никого так не ругал. И после этого он пришел к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям. Сказал, я Мухаммад, я такие слова сказал, что я не твоя религия, а я не твоя религия, расскажи мне про ислам. После этого он принял ислам.